Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать обратно в Европа Универсалис 4, где московская... Ой, прошу прощения, где Россия? Так, а у нас какой сейчас нынче статус? Царство. Где царство Россия? Упс. Продолжает свое продвижение на... Восток, юго-восток? Ну, на восток это было бы сюда, в сторону Сибири, а это юго-восток. Так, мы воюем сейчас с Гуге, Цанг и Дели. Дели, Гуге и Цанг. Отлично. Ага, здесь мы рассчитываем закончить осаду раньше, чем они, и потом их отсюда выбить. Основная наша цель была Гуге. Гуге, я не знаю, как правильно ударение ставить. Стрельцов нам пока не надо. Минус 30 к повстанцам. О, в принципе, можно, да. Они не вспыхнули, пока я здесь нахожусь. То есть объявили мы войну Гуге, но основная наша цель это именно Дели. Нам нужно постараться вот эти земли у них забрать. Для этого нам нужно захватить форт. Ну и здесь мы продолжаем осаждать одного из союзников врага. Екатерина! 663. Я не знаю, по-русски можно писать? Нет? Нет. Ну, давайте тогда. Екатерина. Хорошо. Екатерина Гантимуров. 663. Очень хорошо, прям очень хорошо. Теперь я очень рад, что мы убрали того, кто там был, не помню. Но был с очень хреновыми статистиками. Что-то типа 1-2-5, по-моему. Или 1-2-3. Что-то такое у него было. Низкие какие-то очень были статистики. Характеристики. Они сняли осаду, чтобы поймать маленькую армию моих союзников из Астрахани. Ок. Доклад о состоянии финансов. Пришло время вернуть банковский заем в размере 352 монеты. Вы можете выплатить заем полностью, или мы можем продлить его на 5 лет. Продление займа увеличит инфляцию. Также мы будем выплачивать 1%. Ну, в данный момент у нас есть деньги. Давайте вернем займ. И, насколько я помню, это наш последний займ. Да. Хорошо. Осада завершена. О, это здесь, отлично. А мирное предложение от Гуге нет. Святые в области Псков. В церковной среде области Псков возникла серьезная неопределенность. Несмотря на то, что мы исповедуем одну веру, население этой области, а также местные священники, отказываются участвовать в праздничных церемониях в честь святых, которых почитают в остальных регионах страны. Они утверждают, что наши святые не каноничны, и народ продолжит соблюдать обычаи своих предков, в том числе почитая ряд сомнительных местных святых. Мы должны заставить их приобщиться к русским праздникам. Область Псков на 15 лет будет действовать модификатор «Религиозное соответствие», что приведет к следующим результатам. Местные беспорядки плюс 6, стоимость изменения культуры минус 25%. Псков. Где я вообще нахожусь? Что-то я немножко потерялся. Псков, вот он. Тут новгородская культура, которая нас, в принципе, устраивает. Православие, беспорядки, минус 19. То есть плюс 6 нам не особо не помешают. Либо нет смысла настаивать на соблюдениях всех обычаев. Уровень автономии в провинции Псков увеличится на плюс 10%. Нет, конечно же, первая опция. Сражение мы выиграли. Отлично. Мирное предложение от Дели. Так, репарации, деньги, инфляция. Отклонить. Отложить мир. Не может быть востребован, так как не контролируется вами или вашим союзником. Окей.
Так, а если мы отдельно с Дели будем это обсуждать? Не можете потребовать больше 100%. То есть это уже 100%. 77%. А... То есть эта провинция какая-то супер дорогая. 44 пункта к штрафу агрессивного расширения со 148 державами. Так, ну эта коалиция тут и так уже существует, так что меня это не так сильно беспокоит. Деньги. То есть, если мы продолжим войну, то сможем с вас больше денег стрясти. Давайте тогда подождем. Куда вы убегаете? Города привлекают к себе крепостных. Кажется, крепостные бегут из своих провинций в столицу в поисках лучшей жизни. Это приводит к росту беспорядков в стране, однако наша столица может извлечь из этого выгоду. Придется с этим смириться. Базовый налог округа Янгихиссар уменьшится на 1. Янгихиссар, это вообще где? Уровень автономии вырастет на 25%, базовый налог Москва увеличится на 1, бояре потеряют 10 лояльности. Либо, как крепостные, принадлежат своей земле. Бояре получат 10 лояльности, Россия на 20 лет получит действовать подлучит модификатор усиления крепостничества, что приведет к следующим результатам. Стоимость стабильности минус 15%, боевой дух армии минус 10%, годовое изменение коррупции плюс 0,1%. Давайте лучше первую опцию. Мы разоблачили агента из Богемии. Ок. Дипломатическую мы еще науку не продвинули, так что... Отменить. О, все-таки я его поймаю наконец, окей. И закончили осаду здесь. Ой. О, это другая страна, у них одинаковый цвет, но это уже... Бенгалия начинается. Цанг заканчивается здесь. Очень хорошо. Предложить мир. Вот от вас мне территория не нужна. В эту сторону я пока не смогу продвинуться. Или смогу? Сколько у вас денег есть? 110 монет всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь провинций. 161%, чтобы сделать их вассалом. Офигеть. Вы ничего не получите. С них взять-то особо и нечего. Но... Отменить. Надо всю территорию оккупировать. Так, ну, пока сосредоточимся здесь. Поймали войска Дели. Что-то мы убили-то не так много, всего 2000. При этом потеряли 3 с лишним тысячи. Это не очень хорошая победа. Автокефалия Русской Православной Церкви. Незадолго до падения Византийской империи Русская Церковь стала фактически независимой от Константинопольского патриархата. Митрополит Ионос, избранный собором русских епископов, получил титул митрополита Московского и всея Руси. В течение столетий росла сила московского государства вместе с ростом авторитета автокефальной русской церкви. В 1589 году Иеремия II, константинопольский патриарх, страдавший от турецкого притеснения, посетил Русь. Русские сумели убедить его назначить митрополита Иону московским патриархом, что было заключительным этапом движения к полной независимости русской православной церкви.
Мне нравятся вот эти вот вставки исторические, прям класс. Москва будет нести свет истинной веры. Число административных очков увеличится на 50, авторитет патриарха увеличится на 10, мнение державы Астрахани о державе России изменилось на плюс 25, и Грузии тоже. Поможем нашим братьям вернуть Константинополь. Авторитет патриарха уменьшится на 25. Держава России получит претензии на Силаник, Константинополь и Родес. Мы обязаны освободить Константинополь от турок. Авторитет патриарха уменьшится на 50, и мы получим претензии. Вечные претензии. На Силаник, Константинополь и Родес. То есть мы получим вечные претензии к османам, пока мы не завоюем эти территории. Ха. Прикольно. Но мы возьмем первую опцию. Потому что ронять авторитет патриарха я не собираюсь. Ой, прошу прощения. Так, оккупировали. Ну, тут что-то еще есть в темноте. Так, кто тут оккупировал? Собираемся вот в этой провинции. Мирное предложение от Цанга. Репарации, деньги. Все? Клонить. Есть, поймали маленькую армию. Наша цель большая армия. Нет. Это зараза. Вот, уже лучше. Минус 4600, у нас минус 3,5 где-то. Ок. Вы идите сюда. Так, вас мы полностью оккупировали. Все еще не готовы согласиться на мое щедрое предложение. Минус 142, минус 142. Все, теперь готовы. Отправить. Отлично. Здесь оккупируем все. И заодно откроем территорию. О, мы поймали какую-то маленькую армию, но, видимо, новый полк их поймали, и минус 1000 человек, отлично. Так, что у нас с деньгами? Деньги у нас есть, можем ли мы что-то хорошее построить? 32 в Новгороде, да. Какая у нас цель? У нас вроде цель была, вернее, как не цель, а план. Базовое число рекрутов... Нет, культура в Сокликамске московская. Я не помню такую цель. Соликамске. А, мы обращаем уже. Окей, ладно. Мне казалось, что у нас была задача казарму построить. Или военный городок. И еще две микроармии поймали. Очень хорошо. Дели опять предлагает нам мир. Ну, давайте посмотрим, что мы можем на этот раз с вас получить. Вы все еще не согласны на мои условия. Ждем. Два стаквайпа. Ну, учитывая, что здесь небольшая армия, ничего удивительного в этом нет. И мы открываем сейчас последнюю их территорию, откроем. Пировали здесь.
уничтожаем их армию. Да, стэк вайп, отлично. Отклонить, отклонить. Ну, теперь вы согласны на мои условия. Где ваши деньги? Территория. Больше ничего добавить не могу, да? А если убрать деньги? Разграбление мне ничего не даст. Ок, тогда деньги. В коалиции ничего нового. Хорошо. Так, последнюю их провинцию мы открыли здесь. Теперь мы все видим. Отлично. Для Дели чуть-чуть нам не хватило. Сколько стоит Дели? 47%. Охренеть. Здесь развитие это, ну, не сказать, что прям супер большое. Ну ладно. Принимается. Деньги. Так, так, так. Хорошо. Национализировать все это дело. Теперь возвращаем нашу армию сюда. Почему я не могу? А, теперь могу. Черный флот мы ждали. Ок. Ой, они через Трансаксанию пройдут, они во вход. Очень хорошо. А вот вас мы припаркуем где-нибудь вот тут. В Ярпланде. Так, у меня есть свободный дипломат. Полная оккупация. Забираем все ваши земли и забираем все деньги. Отличное предложение, правда? Разграбление нам ничего не даст, так что да. 15. Так, нет, не то я смотрю. Сверхрасширение 12,8. 24,8, да, отлично. Отправить. Закрыть. Менять. Так. Национализировать. Можем забрать землю. И бояре еще не готовы. Давайте подождем, когда бояре достигнут 50. Потом уже заберем землю. Иначе они упадут ниже. Ниже 30 и поднимут восстание. Или у нас было какое-то событие, которое нас. По-моему, у нас религиозные, да, не могут поднять восстание из-за того, что мы земли забираем. Остальные могут. Так, окей. Здесь мы закончили. Закончили. Ну, пока что закончили. Следующая цель у нас... Кумаон и Меват. Меват это где? Меват, не Мевар. А, вот этот вот, которого мы не видим. Снабжение 38. Вот, давайте сюда. Так, где моя армия, которая обеспечивает нам безопасность? Тебе не нужно ходить туда. Здесь теперь будет заниматься вот эта армия. Где наши дипломаты? Мы разоблачили агента из Османской империи. Хорошо, рука помощи. Сегодня утром в один из наших самых известных архитекторов обратился к Ивану IV Грозному и высказал свои опасения по поводу состояния монументов провинции Казань. «Досточтимый царь, мне больно видеть, как такое прекрасное сооружение оставили наедине со временем и погодой. Прошу вас позволить мне заняться его восстановлением. Мы должны немедленно взять его на службу. Казна уменьшится на 435 монет. Хорошо, что я их не успел потратить. Россия получит на 10 лет... модификатор улучшения монументов, что приведет к следующим результатам. Стоимость улучшения великого проекта минус 25%. Получен художник второго ранга. Стоимость стабильности минус 10%. Скидка 50%.
либо у нас нет для этого времени. Беспорядки в провинции Казань увеличатся на 2, текущий уровень беспорядков минус 98. Ну, честно говоря, этот человек не стоит 435 монет. А стоимость улучшения великих проектов, это, конечно, было бы круто, если бы у нас были супер большие финансы и много этих проектов, которых бы мы могли улучшить, но в текущей ситуации нет. Давайте посмотрим, на что мы можем потратить эти деньги. Мы можем увеличить наш лимит нашей армии, что нам нужно, безусловно, делать. Мануфактура. 41 монета, не так много. Резиденция Верховного Судьи. Содержание владений минус 25%, ежемесячные изменения автономии минус 0,1, возможное число зданий плюс 1, влияние провинции на лимит управления минус 25%. Влияние провинции на лимит управления, вот это хороший модификатор. Ну, я думаю, что нам в первую очередь все-таки надо армию развивать. Лимит армии плюс 1. Давайте Калугу, Ветлугу, Устюг и Суздаль. Ок. Доступная новая компания наемники Гуртхи и компания Ганга. Гасить повстанцев вот здесь. Православные фанатики подняли восстание в провинции. Это не у нас, это у Астрахани. А где у Астрахани войска? Ответ: нигде. Дипломат державным богеем был разоблачен в попытке создать шпионскую сеть. Ок. Так, нам нужна шпионская сеть вот у этих ребят. Джампур. Чагатай. В общем, много союзников у вас. Джумла. Тирхут, Катманду. Тирхут, Катманду. Отлично. Шпионскую сеть. Подтвердить. И мы можем у Дели украсть карты. Карты. Нас интересует Западная Индия и Бенгалия. Бенгалия 46, Западная Индия 43. Ну, давайте все-таки начнем с Западной Индии. Тут Бахмани, крупная страна. Очень крупная, нифига себе, 11, 10, 8. То есть они в административных технологиях даже нас опережают. При том, что мы опережаем на 2 года технологию. Обращение 28 месяцев, 3 монеты расходов. Ну давайте. Так, и у нас свободный дипломат остался. Астрахань мы уже включаем, да, присоединяем. Так что вассалов нам обслуживать не надо. Давайте по союзникам пройдемся. Право прохода войск от Дортмунда. Война со Страсбургом, Бургундией, Феррарой и Фландрия. Вам не нужна моя территория. Отклонить. Обмен знаниями прекращен. Обмен знаниями из державы России в державу Астрахань был прекращен. Нет института, который можно распространить. Окей. Великое посольство. При дворе высказали интересную идею. Царь Иван IV Грозный отправится в путешествие по Европе с большой делегацией, великим посольством, чтобы улучшить отношения с
с европейскими державами, в особенности с теми, которыми у нас общие враги. Также мы сможем изучить технологические достижения европейских держав и в итоге перенести их в Россию. Отправляемся в Европу. Казна уменьшится на 216 монет. Иван IV Грозный отправится в Великобританию. У нас все есть все необходимое. Число административных очков увеличится на 50. То есть тут мы сразу ничего не получим, но есть вероятность изучить технологию технологические достижения европейских держав. Я так понимаю, что мы можем больше очков заработать этим. Для этого нам нужны деньги, которых у нас сейчас нету. Вторую опцию. Были бы деньги, я бы отправился, честно. Но без денег нет. Мы победили в Терике. Окей. О, эти два уже почти готовы. Интересно, это восстание тут победит? Нет, отделится Бухара. Ли сроки перемирия с Данией, Норвегией, перемирие между Гильдерном и казахские сепаратисты. Мы уже идем за ними. Касус Белли получили с Данией, окей. Казахские сепаратисты, да-да-да. Стек перемирия с Любеком. Так, а у нас... А. Эта армия больше, но я ее использую для борьбы с этими... С повстанцами. Упс. Отключить. Ну, пока что оставим как есть. Здесь мы дадим команду муштры и построим вам стрельца. Лапландские сепаратисты пересекли границу. Они просто проходят мимо, или они здесь что-то хотят? Предательство. Рекрутирование в силу необходимости должно быть несколько децентрализовано. Зачастую этим занимаются столичные бояре, и они отвечают за предоставление установленного числа людей из подчиненных провинций. Эта система до определенной меры основана на доверии, поскольку центральная власть не вникает в нюансы провинциальных сборов, если не считать зачастую нерегулярных военных инспекций, проводимых армией. Одна такая инспекция выявила скандальный случай в провинции Ладога. Списки из этой провинции полны вымышленных имен, и никто не имеет ни малейшего понятия, кого мы в действительности можем призвать из этой части страны. Досадный инцидент. Профессионализм армии уменьшится на 2,5%. Область Южная Карелия на 10 лет будет действовать модификатор «Коррумпированные военные ведомства». Число рекрутов в провинции минус 50%. Либо мы должны покарать преступников и провести собственное расследование. Бояре потеряют 10 лояльности. Профессионализм армии увеличится на 2,5%. 10 лет будет действовать модификатор «Ревизия», что приведет к следующим результатам. Местные беспорядки плюс 8. Число рекрутов в провинции минус 25%. Южная Карелия. У нас Южная Карелия, вот Ладога. Но Ладога, Нева, Ингерманленд и Выборг. Но Выборг нам пока не принадлежит. В порядке у нас везде самый высокий в Неве минус 8,3. Плюс 8 это все равно будет меньше нуля, так что в принципе не страшно. Зато профессионализм армии увеличится. Число рекрутов в провинции минус 25%.
число восставших полков. Успешное посольство. Наши послы преуспели в распространении благоприятного мнения о державе в России и в других державах. То, что мы сейчас в мире, безусловно, этому помогает. То, что мы сейчас в мире... в смысле, что у нас нет войны? Окей, ладно. Престиж увеличится на 5%. Мнение державы Османской империи о России изменилось на плюс 30%. Ну, хорошо. И мы, наконец... присоединили Астрахань. Изменение привилегий сословий. В связи с изменениями в вашей стране, бояре больше не будут иметь привилегии. Интеграционная политика бояр. Будет возвращен штраф к дипломатической репутации от присоединения вассалов. Ок. В связи с изменением в вашей стране, бояре больше не будут иметь привилегии. Сильные герцогства. Это не влияет на вашу страну. Ок. Сообщает, что они приняли наше неотразимое предложение о присоединении. Теперь они часть нашей державы. Рост престижа плюс 5. Так, Астрахань не существует. Бояре потеряли, потому что у нас больше нету миньонов, подчиненных субъектов, поэтому они потеряли эти две привилегии. Окей, зато мы теперь можем выполнить миссию. Вот, уничтожить орды. Россия получит 100 дипломатического веса, 100 лет будет действовать модификатор, боевой дух армии плюс 5%, общий ежемесячный рост опустошения минус 0,1, общий рост процветания плюс 0,25. Конец татарских орд. Татарских полчищ, разрушителей Киевской Руси и угнетателей нашего народа больше нет. Последние из кочевников бегут на восток или погибают на поле боя против наших войск. Пока русская граница сдвигается на восток... Последние из кочевников бегут на восток или погибают на поле боя против наших войск, пока русская граница сдвигается на восток. На восток, как-то не очень звучит. Россия больше никогда не будет служить иностранным захватчикам. За родину Россия получает... это то, что мы читали, окей. Вы получили задание, вы выполнили задание. Да, еще раз, то же самое, хорошо. Так, объединение степей. Это Бухара и Трансаксания. С Уралом. Нам как раз нужна вот эта территория. Окей. Мы получили вот здесь вот 6 батальонов. Так, артиллерию отправляем сюда. Остальных распускаем. Вместо этого мы построим двух стрельцов. Ок. Собор в провинции Москва. Собор в провинции Москва находится в плачевном состоянии и требует ремонта. Митрополит заявил, что ожидает нашей помощи в восстановлении собора и намекнул, что это было бы весьма полезно для церкви и государства в целом. Церковная архитектура сделала большой скачок с момента постройки этого собора, и мы могли бы получить немалую выгоду, пригласив иностранных архитекторов. Давайте основательно займемся обновлением этого собора. Минус 50 административных очков, авторитет патриарха плюс 5, Москва на 15 лет получит минус 3 беспорядка, содержание владений плюс 10%. Мы его отремонтируем, но не более того, плюс 5% престижа. Ну, престиж, что нам сейчас не нужен, у нас и так 99. Давайте первую опцию. У нас есть свободный дипломат, надо его куда-нибудь пристроить. Кстати, у нас перемирие еще не закончилось? Нет. Но уже почти. То есть вот оно, почти. Касус Белли у нас есть. Гамбург, Венгрия, Шотландия, Великобритания. Хреново. Горожане набирают влияние, и многие из них начали пробовать себя в тех сферах, где традиционно доминировали другие социальные группы. Дети из семей среднего и низшего происхождения теперь имеют образование и амбиции, достойные членов более привилегированных классов. И в результате все большее их число находят работу в администрации, занимая те места, которые обычно предназначаются представителям других сословий.
Горожане до сих пор чувствуют себя скованными архаичными правилами прошлых веков, но их противники уже весьма недовольны этой неестественной социальной мобильностью. Если мы ничего не предпримем, то рискуем потерять поддержку привилегированных классов. Но если горожане почувствуют себя ущемленными, то это окажет сильнейшее негативное влияние на наши с ними отношения. Мы не должны стоять на пути этих новых людей. Горожане получат 10 влияния на 20 лет. На 10 лет будет действовать модификатор, стоимость советника минус 15%. Бояре потеряют 20 лояльности, патриархи потеряют 20 лояльности. Либо мы должны защитить истеконные права других сословий. Горожане потеряют 10 влияния на 20 лет. Россия на 15 лет будет действовать модификатор. Нелояльные новые люди. Глобальное торговое влияние минус 5%. Горожане потеряют 20 лояльности. Бояре получат 15 лояльности. Размер военных и морских традиций уменьшится на 15. Патриархи получат 15 лояльности. Число административных очков уменьшится на 75. Вау. Ну, давайте лучше первую опцию. Мы разоблачили агента из пальца. Сняли оккупацию. Получили Casus Belli с Испанией. Не нас оскорбили. История о вашей подлости ходит от Ирландии до Китая. Ух, как страшно. Восставшие полки? Где у нас есть восставшие полки? Причем это не наши полки восставшие. Стекли сроки перемирия. Повстанцы добились успеха. Разоблачили агента из Османской империи. Так, да, дипломата-то я так и не пристроил. О, Великобритания уже объединила все острова. Я что-то даже не подумал об этом. Две монеты. А кто у нас еще в союзниках? Каркоюнлу. 60 монет. Вот давайте мы лучше у вас деньги спросим. А у вас мы попросим моряков. Где мои корабли? Сколько можем, построим кораблей. Ну, наконец-то мы можем дипломатическую технологию поднять. Отлично. Исследовать технологию флейт. Так, опережение этой технологии вам даст вам бонусы на следующие один год. Эффективность торговли плюс 20%, годовое изменение коррупции минус 0,05, ежемесячная модернизация плюс 0,05. Ок. Дипломатические технологии улучшены. Флейт, 10 уровень. Флейт является небольшим транспортным судном, способным перевести большие грузы с небольшим экипажем. Они были разработаны специально очень дешевыми и в больших количествах. Полезное судно, если вы хотите перевести груз через океан. Дополнительные эффекты. Торговая дистанция 20. Эффективность торговли увеличена на плюс 2%. Прирост поселенцев увеличен на плюс 10. Доступный тип войск – флейт. Доступный тип войск – военная галера. Хорошо. Потери мы понесли. Это интересно, где мы потери понесли. Перемирие между нами и Мюнстером истекло. Окей. У нас даже форт есть. Форт. Это же горы? Ледяные пустоши. Форт лучше вот в холмах или горах было бы построить. О, горы. И здесь горы. Нет, вот здесь мне нравится место для форта. Снабжение плюс 2, бросок для атакующего минус 1. Местная цена развития плюс 50%. Лимит снабжения плюс 4, бросок для атакующего минус 2. Местная цена развития плюс 35%, защита крепости в провинции плюс 25%. То есть, да, в горах
крепость будет очень сложно взять, потому что, во-первых, бросок для атакующего минус 2, во-вторых, защита крепости в провинции плюс 25%. То есть нам нужно вот эту крепость снести и построить новую в Рутоге. А если потом еще взять защитные... И вот здесь тоже нужна будет крепость. Либо в Ускенде, либо в Яшелкуле. Нет, Ускенд это высокогорье. Минус 1 и плюс 10. Нет, значит в Яшелкуле. Минус 2 и плюс 25%. А если взять еще защитные идеи... Оборонительные идеи. Пум-пум-пум. Защита крепости плюс 25%. И все, да? И истощение вражеских армий плюс 1. Максимальное истощение врага плюс 1. То можно очень хорошо все это защищать. Так, у меня два свободных этих самых дипломата. Союзников мы всех улучшили. Так, Кумаон и Джумла. Мы уже делаем претензии. Вайрат, ты все еще под мином? Да. Мин все еще силен? Да. О, вау. За Бухару еще и османы пишутся. А, или Бухара состоит в этом? Коалиции. Окей, понятно. Польша, Любек, Молдавия, Богемия, Пальц, Майнц, Литва. Вот как мне расширять свои границы, если они все тут в таком положении? Получили Касус Белли торговый спор с османами. Окей. О, я могу уже забрать территории. Бояре 0. Но при этом восстания нет. Но мы зато получаем национальные беспорядки плюс 2, скорость восстановления рекрутов минус 10%, содержание армии плюс 10%. Неприятное. Так, новаторские идеи. Нет, нам нужно поднимать технологию. Стоимость технологии минус 10%. А, это следующий уровень. На этом уровне прирост инновационности. Да, тогда подождем. Если бы на этом уровне была стоимость технологии минус 10%, тогда бы можно было взять. Продать титулы. 1000 монет. 1000 монет, конечно, хорошо. Можно улучшить нашу... Тебе не хватает тут снабжения теперь. Можно было бы улучшить нашу ситуацию, построив кучу зданий. И мы не упадем ниже 30%, то есть мы не получим дебафы из-за этого. Окей, ладно, уговорили. Так, снизить автономию. Больше пока нигде не могу снизить автономию. Налоги Троицк-Печерский. Троицк-Печерск, вернее. А, так. Мастерскую в Тихвине, в Вятке. Мануфактуру... Да я боюсь, что...
Это не окупится. 0.38. Самое прибыльное. Из тех, что нам доступны. Но 0.38 это не так много. А учитывая стоимость, в 5 раз больше, чем стоимость церкви. А церковь дает минимум 0.1. То есть, как бы, нет смысла. Военный городок. Раз. Два. Три. Так, пока что на этом все. Модернизация. О, появилась модернизация, я даже не заметил. Модернизация измеряет распространение современных идей внутри государства и в вашем обществе. Модернизация усиливается следующими факторами. Наемные советники, которые не являются восточнославянскими. То есть, если у них культура другая. Получение обмена знаниями. Опережение во времени любой технологии. Административные навыки правителя. Воровство или покупка современных идей. А, вот, украсть современные идеи. Дели, по крайней мере, не находится на том же технологическом уровне, что и Россия. У нас нет... Это шпионская сеть размером 30. Окей. Сейчас мы тогда займем наших дипломатов. Так, где это было? Модернизация снижается следующими факторами. Отрицательная стабильность, коррупция, инфляция, банкротство, имущественные привилегии. Имущественные привилегии. Ежемесячная модернизация минус 0.05. Окей, то есть какие-то из привилегий снижают модернизацию. Мы получаем 0.29 модернизации каждый месяц, но не более 100. Базовое значение минус 0.3. Так, все модификаторы перечислены, окей. И, кстати, увеличение крестьянской свободы плюс 0.5. Это прям нас выручает. Плюс высокий уровень административный у Ивана Грозного. Это будет иметь следующий эффект. Стоимость внедрения института минус 12,2%. При максимальной мощности модернизации имеет следующий эффект. Стоимость внедрения института минус 50%. Ну, мы же внедрили уже институт, да? То есть, пока мы не откроем следующий печатный пресс, а это произойдет не раньше, чем через 19 лет. То есть, интересная идея, но эффект... Могли бы хоть снизить стоимость технологий еще. Ну, окей. Так, и продолжаем Уштру. Новая национальная провинция... А, кстати, а сколько мне замок строит? Стоит 190 монет. Вот давайте мы начнем строить замок здесь. Когда он построится, тогда этот мы снесем. Уже почти. Бухара, давай, отделяйся. Сколько они должны удерживать? Я не могу это посмотреть. Так, национальные провинции, ок. Инновационность снижается, ну что поделать. Самостоятельность колонии. Мой царь, наша колония в провинции Екатеринбург, названный, естественно, в честь нашей дочери, достигла уровня, при котором она сможет развиваться самостоятельно. Рост престижа плюс один. Отлично. Дипломат из Литвы, шпионская сеть. Ок. Горы. А здесь тоже горы. Хорошо, то есть вот это тоже хороший форт. Так, мы можем теперь здесь развивать
Чтобы сюда продвинуться и сюда, нам нужно вот эту получить. Окей. Потому что здесь пустошь. Так, дипломат освободился. Бахмани. Создать шпионскую сеть. Самостоятельность колонии. Серов. Отлично. Разоблачен агент из Джумлы. Или это наш агент в Джумле разоблачен. Неприятно, но в принципе не страшно. Здесь же горы, здесь мы не можем сформировать. Отозвать шпиона. Сфабриковать претензию. Кумаон. Ок. Кумаон. Слушай, а продолжай. Может, я у тебя карты какие-нибудь украду. Так, мы закончили здесь. И теперь можем сибирский рубеж в Коми. И в Березове. Получили Касус Белли Кумаон. Молдавия, что претендует на Херсон. Спекуляции в городе Ягошин. Ягошиха. Наверное, Ягошин все-таки. Жители города Ягошиха устали от влияния жадных шотландских купцов. В Перми. Жадные шотландские купцы добрались аж до Перми. Ох уж эти жадные шотландские купцы. Которые, по словам местных, используют свои нечестные преимущества для победы над местным бизнесом. Они хотят, чтобы мы вмешались и принудительно сократили влияние иностранцев в регионе. А также восстановили привилегии наших собственных купцов и ремесленников. Если мы ничего не предпримем, они могут решить вопрос своими методами. Мы должны защитить нашу торговлю. Мнение державы Шотландии о державе России уменьшится на 50%. Пермь на 10 лет будет действовать модификатор «Местный протекционизм», что приведет к следующим результатам. Местные беспорядки минус 2. Местная торговая сила плюс 25%. Местное производство товаров минус 25%. Все выигрывают от конкуренции. На 10 лет местные торговцы проигрывают конкуренцию, что приведет к следующим результатам. Местные беспорядки плюс 2, местная торговая сила минус 25 и местное производство плюс 25%. Стадия. Производство 0,03. Торговля. Торговое влияние 1,6. Местная автономия минус 42%. С беспорядками как? Минус 98. Вторая опция. Так, у нас свободный дипломат. Катманду. Давайте мы вот здесь создадим шпионскую сеть. Потому что сюда у нас есть доступ через Пуран. О, мы можем получить технологию. Административную технологию поднять. Отлично. Швейная мануфактура открывается за административные очки. Опережение времени в этой технологии даст вам бонусы на следующие 13 лет. Плюс 20% эффективность производства. Годовое изменение коррупции минус 0,05. Ежемесячная модернизация плюс 0,05. Развивая свои административные технологии, мы изучили швейную мануфактуру. Текстиль изготавливали с незапамятных времен. Создание текстильного станка в 1589 году послужило толчком промышленной революции и началу механизации. Это изобретение также привело к увеличению текстиля. Дополнительные эффекты. Доступно строительству текстильная мануфактура. О-ро-о. 11, 10, 9, 11, 10, 10.
11-10-11. Мы закончили обращение в провинции Ревал. О, еще корабли мы можем построить. Строим. Давайте теперь займемся Гархвал. Где-то вот здесь, да? Да. А, шпион из османов пойман. Маны 103 тысячи. Королевское правительство окажет поддержку. Некоторые наши дворяне считают очень модным тратить время на эксперименты и философию. Одни начали формировать постоянные группы для обсуждений, а другие используют письма, чтобы общаться с такими же пытливыми умами. Одна из таких групп обратилась в наше правительство с надеждой, что император окажет им поддержку. Они утверждают, что царство сможет извлечь из этого большую выгоду в будущем. Они получат поддержку. Инновационность увеличится на 3. Число административных очков уменьшится на 35. Казна уменьшится на 647 монет. На 15 лет будет действовать модификатор «Поддержка нового научного общества». Доход от налогов минус 10%, изменение престижа плюс 0,5. Ну, как-то очень дорого, мне кажется. Либо пустая трата времени, престиж уменьшится на 5%. Инновационность. Почему инновационность не так уж много дает? Эффект от текущей инновационности, стоимость всех очков минус 0,6%. Будет минус 0,9%. Нет, пустая трата времени. Звучит круто, но по факту ерунда. О, мы можем украсть еще одну карту. А мы уже открыли Бенгалию каким-то образом. Ой, мы открыли часть Америки. А со временем часть карт начинает распространяться. То есть, как бы, общее знание, типа, распространяется. Ну, явно, что у некоторых стран здесь гораздо больше знаний. И мы открыли всю Индию благодаря этому. Бирма. Не можем, а мы что-то можем хоть украсть у них? Нет. Нет, мы ничего у них украсть уже не можем. Мы тогда сфабрикуем претензию на область. Лахор даст нам 5 претензий. Лахор, Дуаба, Сиалкот, Шоркот, Дипалпур. Хорошо. Позвать шпиона. И тогда... Нет, они не впереди нас. Тогда можно отозвать из Кумаона, раз мы здесь не можем украсть карты. Технологически они тоже не впереди нас. Ок. Меват Джаунпур. Джаунпур. Сиушаков. Способность к осаде 2. Способность к осаде 1. Тогда мы эту большую армию отправляем вперед. Эту армию мы переводим с Муштры на управление автономным подавлением повстанцев. Так, стоп.
перед тем, как ты уйдешь. Мы тебе отдадим больше, наверное, артиллерии. Хотя, какая у нас сейчас ширина боя? Ширина боевого построения 25. То есть наш размер армии сейчас был бы хороший, размер армии 50. Мы говорим 50, то это 25 артиллерии. Нечетными числами неудобно, их нельзя делить пополам. Нас интересует именно деление пополам. То есть больше 26, это 13. 26, получаем 13, тогда нам нужно... Скажем вот так. И это будет полуармия, скажем так, да? 22, 4, 13. Даже, наверное, 24, 2, 13 лучше будет, дешевле. 24, 2, 13. Сохранить. А сколько мне туда нужно отправить... построили, отлично. Людейские сепаратисты, эта армия займется, ок. Формирование торговых монополий. Мы представляем торговым компаниям особые права в регионах в обмен на одноразовую плату или выплату части прибыли от торговли. Мы смогли договориться о такой сделке с русскими предпринимателями, и они обещают нам огромные прибыли. Согласиться на долгосрочные выплаты на 10 лет будет действовать эффективность торговли плюс 15%, число дипломатических очков увеличится на 50. Либо потребовать полной выплаты сразу, плюс 950 денег. Давайте возьмем деньги. Пауза. 24, 2, 14, надо было 13. Двадцать четыре, два, 13. Ок. Итого 39. Теперь иди вперед. Вы присоединяйтесь сюда. Прекратить муштру. И теперь вы будете заниматься... контролем территории. Вторую атакующую армию нам потом надо будет тоже преобразовать. Так, так. Здесь нет беспорядков, но если вдруг какие-то залетные случатся, чтобы армия сразу ими занялась. Закрыть. Все, на этом... стоп, перед тем, как мы закончим, надо дипломатов отправить. Одного. Ну, давайте в угрожающие страны отправим. На этом на сегодня все. Продолжение в следующий раз.